Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи. Сегодня мы будем играть в режим под названием «Симулятор дайвинга». Вы скажете: «Робзи, так это же обычная карта, здесь нет ничего примечательного». Нет, ребята. Самая главная цель этого режима находится в вот этом вот озере, друзья. Здесь находятся сокровища, сундуки, новые локации, куча всего интересного. Все сегодня будем открывать, проверять, тестить, друзья. И перед началом у меня к вам будет большая просьба. Вы знаете, что у меня на канале происходит просто какая-то дичь с просмотрами, с подписками. Поэтому, друзья, прямо вот сейчас опускайтесь ниже ролика. Если вы вдруг еще не подписаны, не поставили свой лайк и не нажали на колокольчик, пожалуйста, вот внизу жмете кнопку подписаться, нажимаете колокольчик и ставите лайк. Спасибо вам большое, а мы продолжаем. Итак, у нас получается есть два здания. В первом у нас есть апгрейд, я так понимаю, мы увеличиваем свой инвентарь и увеличиваем свою скорость бега. Пока что мы это не трогаем. Здесь у нас получается магазин, или это... Нет, мы сюда продаем то, что сами должны наловить или собрать под водой. Ну что, ребята, отправляемся в плавание, вернее, подводное плавание, и вот так вот. Итак, у нас есть какие-то ракушечки, у нас есть какие-то сундуки, мы должны все это дело сами собирать. Так, нажимаем коллект, и пошла полоса. Получается, цена одного сундука 49 монет. Локация стоит первого у нас 4500, либо пещера номер один за 7500. Я думаю, что нужно нам сначала собирать и ракушки, и сундуки, полностью все. Но сундуки, получается, у нас подороже. Да, по 61 монета за сундук. Я думаю, что это нереальные сокровища. Так, на пробел мы с вами, получается, поднимаемся вверх. Вниз мы опускаемся с помощью камеры вниз. Итак, мы забили свой рюкзак 4 из 5. Я думаю, что нужно собрать еще один сундучок. Сколько денег здесь? 53. Поехали. Телепорт, квиксел и бустики есть. Хорош, у меня инвентарь забит. Телепорт я нажимаю. Работает ли здесь телепорт? За 35 робоксов, ладно, возьмем, чтобы ускорить себя. Пока он покупается, я, наверное, просто вручную добегу. Квиксел у нас стоит 45 робоксов. Это тоже удобно. Я думаю, что, наверное, тоже возьмем квиксел. Не знаю, работает ли он или нет. Так, sell all. Продаем на 236 монет. Здесь еще качается уровень. У меня сейчас уровень номер один. Есть бустики. X2, 65. Вот. Скорость покупаю. Ребят, я знаю, что вы лайки поставили, поэтому я трачу, ребята, вот эту штуковинцию. Allow for teleportation. Так, это я открыл. Instant collect объект. Это бесконечный рюкзак, что ли, или чего? А вот бесконечный рюкзак. 3000 робоксов. Вы серьезно? 175 випочка, я, наверное, себе возьму ее. Боже, сколько здесь бустов всяких. Это я взял магнит, он сам собирает. 8500 робоксов, вы что, серьезно, что ли? 9000 робоксов, all upgrade, all free. То есть почти 9500 робоксов, я покупаю все. А скидка 50% на все апгрейды, получает 100 монет в минуту, получает 150 опыта в минуту. Боже, чего здесь только нет. А ну-ка, давайте мы что-то себе апгрейдим. Допустим, инвентарь. Теперь у нас вместимость 10, а скорость нам апгрейдить пока что не получается. Так, а как у нас быстрый бег будет работать? Может быть, shift нужно включать? Нет, или мы уже ускорились? Посмотрим. Посмотрим. Я себе что-то напокупал. Погнали, ныряем снова. Нужно заработать еще немножко денег. Так, давай, где у нас? Вот, собираем с вами вот эту вот улитку или что это, ракушечку. Так, почему-то у меня камера не приближается. Очень странно. Но мы с вами собираем сейчас еще какую-то... Сундучок собираем. А могу ли я прикупить себе деньжат? Или подожди. Офигеть, здесь Жигули, смотри, под водой. Или что это у нас такое? Это москвич. Это реально похоже на москвич. Я не знаю, что это такое, но реально похоже на москвич, который просто-напросто утонул. Так, маленький у нас сундук. Стоит 29. Я думаю, что буду собирать все подряд, потому что и 22 монеты хорошо, и 30 монет хорошо, и 50 монет хорошо. Собираем все подряд. Мне нужно, ну, дофига денег собрать, чтобы открыть себе первую локацию. 4500. Это довольно-таки сложновато. Я думаю, что если бы здесь был донат, я бы, наверное, уже закинул себе денежек и открыл первую локацию. Так, где у нас еще сундуки находятся? Как приблизить камеру? Почему она не приближается у меня? Это максимальное расстояние, которое я могу фармить. Так, а если я нажму ОК, Quick Sell, возможно. А зачем я телепорт покупал? Слушайте, здесь можно просто было фармить внизу и не всплывать даже. Интересненько, интересненько, мне это нравится. Оказывается, все было проще, то есть я могу вообще не забивать рюкзак. Просто нажимать Quick Sell, и все продается. А тогда вопрос у меня небольшой. А нафига нужен бесконечный рюкзак? Для чего нужен бесконечный рюкзак, который стоит дофигища робоксов? Я чего-то не понял. Я чего-то реально, или я не понимаю, или я совсем дурак. Так, смотрите, получается, Quick Sell стоит у нас... Сколько Quick Sell я взял? Там робоксов 35 или сколько? Сколько он стоил?
Я уже не помню, так это я взял, двойная скорость, телепортацию, 45 робоксов. То есть 45 робоксов я купил квиксел, а бесконечный рюкзак у нас, друзья, стоит сколько? Подождите, 2950 робоксов. Получается, я знаете, сколько сэкономил? Я вам скажу, я сэкономил 2900 робоксов. Это просто жесть. Подожди, а тогда почему я ракушки не собираю? Ракушки же рядом находятся. Красотища. Я думаю, что нам нужно, знаете, что делать? Ускориться немного. И стойте, я хочу посмотреть, может быть, где-то здесь есть... Вот, есть донатик. Смотри, 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 смотри. Опять же, камера отдалилась, не могу приблизить. У меня есть донатик. Смотри, можно купить себе 5000 коинов. 5000 коинов за 135 робоксов и не мучаться. О, а что я раньше этого не сделал, ребята? У меня теперь есть 6600. Я могу спокойно отправиться в новую локацию. Правда, мне надо бы привезти камеру, но да ладно. Посмотрим, что у нас там есть. Делаем quick sell, продаем то, что есть. Ныряем. Где у нас локация? Может быть, пещеру откроем за 7500? Или все-таки нет? Давайте откроем первую локацию. Апгрейд. Я нажимаю. Офигеть, смотри, что здесь есть. Так, здесь есть кристаллы. Здесь есть тоже сундуки. И вторая локация стоит у нас 9500. Странно, хотя почему... Смотри, золото 68. Я так быстро собрал его. Подожди, маленький сундук 51. А какой смысл тогда в сундуках? Подожди, это тоже сундук? Тоже 33. Погодите-ка. То есть здесь выгоднее собирать золото. Золото дает 64, собирается очень быстро. Смотри, и быстро респаунится. То есть я вот сюда подплыл, здесь собрал. Вот это 4, ребята. Вот это нормально. То есть во второй локации начинается прям сама жизнь. Прям отличная тема начинается. Смотри, мы с вами хопа, хопа, хопа и собираем. Идеально. Да, конечно, придется быстро вылазить отсюда, если у вас маленький рюкзак. Или если у вас нету моментальной продажи за 40 робоксов, или сколько, 45 робоксов. Подожди, а может быть здесь есть большой где-то сундук? Погоди-ка. Погоди-ка, давай сплаваем. Давай по пути будем собирать золото, естественно. Соберем еще золото. Нет, сундуки только мелкие, видишь, вот они мелкие. По 35 монет, золото здесь идеальный вариант. Нужно бы найти вообще, где очень близко два кристалла. И постоянно их лутать. Почему? Подожди, мы с тобой не плавали вон туда, в ту часть карты. Сейчас тихонечко соберем вот эту штукенцию. Я хочу проплыть вот сюда. Что здесь у нас такое? Боже, как здесь темно. Вот я обожаю подводный мир, но не люблю такую темноту, потому что реально стрёмно. Ну реально стрёмно. Так, собрал сундук. Золото. Нет, золото все-таки выгоднее здесь собирать. То есть находим два кристалла рядом. У нас получается вот этот кристальчик. И, к примеру, вот этот. Я хочу сегодня еще открыть пещеру, которая была у нас вон там в начале. То есть мы не пойдем в вторую локацию, мы с вами сегодня еще откроем обязательно пещеру. Смотри, 3000 у нас уже есть с вами. 3000, а нужно там, если не ошибаюсь, 7500, да? А мы с вами, знаешь, что сделаем? Мы с вами, раз вы у меня красавчики, уже проставили все лайки, мы с вами купим себе еще немножко, 5000 робоксов. Вот так вот. И у нас появилось с вами 9, вернее 5000 денег за 130 робоксов. И откроем с вами пещеру, а может быть она реально крутая? Мне просто реально интересно, что здесь у нас такое. Монет, это нам не интересно. Так, апгрейд. Так, и что здесь можно собрать? Это у нас не... И куда мы плывем? Офигеть, смотри, реально какая-то подводная пещера. Так, здесь у нас большой сундук. 133 монеты! Вот это сокровище. Здесь такое же золото, получается, есть. У нас такие же кристаллы. По 64 монеты и огромные сундуки. По 103, по 130. Я вон там вижу просто огромный сундучару. Вообще офигенно. Просто мне нравится эта игра. Честно нравится. Вот реально просто как-то заплыть вот сюда. Вот сюда я заплыл. 139 монет. Здесь реально можно плавать, как в настоящем подводном мире. Офигеть. Мне нравится эта игра. Мне нравится эта игра. И возможно, я не знаю, поставите много лайков. Хотите ли вы продолжение? Но я, возможно, буду вне записи продолжать фармить. Я хочу опуститься на самое дно этого озера. Насколько оно глубокое, никто не знает. Но может кто-то и знает, кто прошел эту игру. Так, здесь я застрял в какой-то... О боже, какой-то водоворот, что ли. Так, здесь реальная пещера, слушайте, здесь можно заблудиться. Хорошо, что я робот. Хорошо, что у меня картон непромокаемый. Какой-то из какого-то гидрокарбоната сделан картон. И он у меня просто не распадается в воде. Это очень удобно, потому что можешь сколько плавать, сколько угодно, и ничего не бояться. Так, у меня, видите, 8 из 15 забито. Я делаю просто quick sell, плюс сразу несколько тысяч. У меня уже 2700, идеально. Идеально из меня вышел подводник, ребят. И выплываем отсюда.
Хорошо. Ой, наконец-то этот зеленый свет закончился. Красивый вид. Ой, правда, здесь сейчас опять будет зеленый свет, потому что в этой локации тоже куча зеленых нефрит. А, здесь синие камни. Да-да-да-да-да-да-да. Но все равно золото какое-то зеленое, очень странно. Давай, собираем. Здесь только нужно фармиться на золото, потому что сундуки здесь маленькие, их бессмысленно открывать. Так, сколько у меня? 8592. Делаем квиксел 9000. Ребята, 500 монет. 500 монет осталось нам всего лишь дофармить. Давай, дофармливаем. 556. Еще немножко. Примерно 10. 10 раз нужно сплавать туда-сюда, туда-сюда. Осталось буквально, давай. Еще немного золота. Еще 4 предмета. Блин, 35 монет дали всего лишь. 65. Хорошо, компенсировали. 57, красиво. 9648. Наконец-то, ребята, открываем еще одну локацию и погнали туда. Что у нас здесь? Офигеть, как здесь все офигенно. Смотри, огромный сундук. 297 открываются очень долго. И подожди, неужели мы прошли с вами игру до конца? Стоп, я не верю. Левел 9 у меня. Я почти 10 уровень себе прокачал. Подожди. Тут большие сундуки есть. Очень большие сундуки. Так, смотрим по кругу. Мы должны оплавать эту локацию вдоль поперек. То есть, неужели я прошел игру? То есть, реально, если ты тратишь 45 робоксов, ты можешь пройти игру? Это очень странно. Так, возможно, добавят какие-то обновления. Но я реально не вижу больше никаких пещер. То есть, мы с вами дошли до второго уровня озера. Проплываем сейчас вокруг. Возможно, где-то какая-то есть секретная пещера. Но опять же, нет, ни сверху, ни снизу. Ребята, посмотрите. Возможно, поправьте меня в комментариях, напишите. Может быть, это я не заметил. Но получается, я прошел игру в данный момент. Возможно, где-то еще одно озеро есть. Это тоже, кстати, очень важный момент. Давайте я соберу еще один сундучок. Вот этот вот. Вот, сундук собрал. Нет, мы все, получается, мы реально прошли с вами игру. То есть, можно делать телепорт. Делать квиксел. Погоди-ка. А это что такое? Погоди, это что такое? Подожди, что это за проход? Я его почему-то раньше не видел. Тихо, сейчас посмотрим. И это тупик. Да, ребята, игра пройдена. Нам понадобилось реально, если бы я изначально купил себе этот квиксел за 45 робоксов, нам понадобилось примерно 10 минут. 45 робоксов, это реально читы за очень дешевый донат. На этом заканчиваем серию, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был Каксидоробзи. Хорошего настроения и всем пока!